В Запорожье прошла внеочередная сессия депутатов Горсовета. На повестку дня было вынесено всего несколько вопросов, и их приняли пакетным голосованием. Главным вопросом на повестке дня стало перераспределение бюджетных средств. Благодаря дополнительно выделенным деньгам областной власти, городу удастся решить ряд проблем. К примеру, компенсация проезда в городском транспорте льготным категориям и погасить долги по электроэнергии в коммунальных предприятиях. В результате выделения дополнительных средств нам удалось решить ряд проблем, которые у нас были. Это увеличение ассигнований на оплату коммунальных услуг и энергоносителей в объеме 5,2 миллиона гривен. Это дополнительные средства на финансовую помощь нашим коммунальным предприятиям, основанию и ряду других коммунальных предприятий. Фактично, это уже не первая финансовая допомога, яка надходить згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації. Завдяки цій підтримці ми змогли завершити ті об'єкти, які планували вже зробити, і продовжуємо найголовніше будівництво об'єктів. При такой финансовой поддержке город успешно закончит бюджетный год, отметил городской голова.